весьма много назидательного и отрадного удостоил меня Господь видеть и слышать во время моего пребывания с отцом Иоанном Кронштадтским. Он имел удивительный навык и в малейшие случаи, по-видимому, незаметные, заурядные, не стоящие внимания, обращать в полезное назидание окружающим. Вот пример. Все мы однажды были с ним на трапе парохода, где по обыкновению батюшка нам читал. Окончив чтение, он сидел молча, приказав лишь убрать столик, на котором лежали книги. Был сильный ветер. Опасаясь, чтобы он не смахнул книги в реку, я стала собирать книги, чтобы снести их в каюту. Батюшка, пристально смотревший в пол, окликнул меня и говорит: «Матушка, смотри, как бьется бедная муха. Видишь, вот она, пришибла ее бедную к полу. Не может подняться, а все-таки не теряет надежды, борется с ветром. Он ее относит назад, а она опять ползет. Эка ведь умница. Вот так и враг-дьявол борет душу, относит ее, как вихрь от пути спасительного, коим она идет. А она борется, не уступает ему. Вот и муха нас учит, урок нам дает».